district. The crash site is now a restricted area.
Круто мы там выступили.
Я так голос сорвал, что неделю слова сказать не мог. Во, вот это редкое событие. Ты про концерт? Нет, я про то, что ты заткнулся на неделю. Я достал твои бутлеги. А? Какие бутлеги? Ты о чем? Записи концертов самурая. Те, что ты заказал найти. А, эти записи? Что ж ты сразу не сказал? Зашибись. А как насчет тачки? Ты что, под кайфом? А что, нельзя? Знаешь, как тяжело детям знаменитостей? Нихера ты не знаешь. Никто не знает. Разве что Юринобу Арасака. Что, не очень у вас с мамой? Ты знаешь, я даже не помню, когда в последний раз называл ее мамой. Хотя и Сидой Бесс я ее тоже не зову, как и матерью или Нэнси. Невероятная и неповторимая Сида Бесс! Ой, бля. Тачка внизу. Ключи в зажигании. Да ладно! Правда? Ну ты даешь, Чумба. Я этого не забуду. Задание выполнено отлично, Ви. Наш клиент доволен, потому что он не только получил эту запись, но и вернул свою тачку. Если доволен клиент, то доволен и фиксер. Значит, и ты должен быть доволен. Заказ закрыт. Оплату я уже перевела. Нет сил. Решение есть. Попробуйте все 16 новых вкусов фонетики.
Так. Тебе пизда!
Данные у меня. Что теперь? Хорошо. Очень хорошо. Нам нужно пересечься как можно скорее. Есть тут одно место. Минутку. Высылаю координаты. Тогда до встречи. Ты давай поскорее. Это ты, наконец-то! Деньги, Карл. Да, да, вот. Сука! Что там? Черт! Ну ведь почти уже! И вот так! Нет! Блять! Да быть не может! Надо синхронизироваться! Дело. Давай-ка сюда деньги и вали нахер, пока можешь. Бери! Должна признать, Ви, я под впечатлением. Учитывая, как ты рисковал в конце, я уже думала, что все накроется медным тазом. А глядишь ты, заказчик жив, и ты тоже. Я отправлю Карла туда, где его не найдут. Думаю, он с радостью подпишет еще пару счетов. Спасибо за работу. Thank you.
Алло, я сейчас говорил с Кенди, связь опять оборвалась. Минутку, сейчас я буду... Окей, Нанда. Послушайте, я уже сейчас пытаюсь подать жалобу. Прошу прощения. Вам назначено? Мне нужен Вик. Вик Вега. Впервые слышу. Должно быть, вы ошиблись адресом. Неплохо у вас тут. Случайно офисы в аренду не сдаете? Боюсь, ничем не могу вам помочь. Все помещения заняты. О, кем это? К сожалению, я не могу вам этого сказать. Осторожный малыш! Неплохо у вас тут. Случайно офисы в аренду не сдаете? Боюсь, ничем не могу вам помочь. Все помещения заняты. О, кем это? К сожалению, я не могу вам этого сказать.
против. Ты не знаешь, на кого ты, блядь, попал! Веги не ушел на тот свет, так что операцию можно считать успешной. Этим людям и так тяжело живется. Закрываю заказ.
меня! Привет, Джуди. Как себя чувствуешь? Херово, но у меня появилась идея. Еще слишком мало времени прошло. Чтобы пережить горе, нужно преодолеть все этапы, знаешь ведь? Шок, гнев, депрессия. Я сейчас на этапе гнева. Здесь пока я останусь. Потому что с гневом я знаю, что делать. Рассказывай, что придумала. Бар Лизис когда-то был борделем. В какой-то момент тигриные когти убили там на одну девушку больше, чем люди могли стерпеть. Поэтому мы взяли все в свои руки. И теперь это наш клуб. Так вот, то же самое надо сделать и в облаках. Я знаю эту историю. С клубом все вышло не так уж и гладко. А я и не говорила, что в этот раз выйдет гладко. Эва пошла в облака, потому что ей там казалось безопасно. Ну а результат ты сам видел. Ви. Я больше не могу притворяться, что я ни при чем. Ты хорошо все обдумала, Джуди? Точно? Я вообще ничего не обдумывала. Ты пойми, шельмы добились свободы не потому, что сидели на жопе ровно и ничего не делали. Ты уговорила шельм захватить облака? Нет, я тебя хочу уговорить. В облаках есть те, кто нам поможет. Ты с нами? Ладно, сделаем это. Е-е-е, круто. Ну так, какой у нас план? Погоди, сначала надо поговорить с Майком Аэдой. Без нее можно даже не начинать что-то планировать. Майку Маэда? Кто это такая? Она неофициальный босс в облаках. Довольно хороший. А официально она кто? Просто кукла, то есть никто. Ты уверена, что эта Майка нас поддержит? Если бы я была уверена, я бы ей просто позвонила, а не уговаривала тебя помочь. Давай по-другому. Ты можешь гарантировать, что она нас выслушает, а не вышвырнет в окно? Да, конечно. Но это уже что-то. А ты эту Майку хорошо знаешь? Даже слишком. Когда к ней пойдем? Рано утром. Облака будут закрыты, сможем поговорить без свидетелей. Насколько рано? До 8.
Встретимся у входа. Хотя нет, давай лучше на балконе над клубом. Зайдем незаметно. Никто не узнает, что мы там были. Договорились. На балконе. Тебя никто не тронет! Что такое-то? Мухлюешь, значит?
Он там ходит! Давай, паскуда! Thank you.
Рядом с ГИМом есть один переулок, где люди пропадают без вести. Выясни, кто в этом виноват. Главное, сам не пропади. Thank you.
Защищаю. Окружите. Защищаю. Capacidad. Thank you.
вонючие пакеры! Осторожней! Хватит жевать без вкусной! Сыкло! У тебя с носа потекло! Меня стреляют! Меня не убьешь!
Алина лад богу салла. Яптанню. Наша звезда вечера. Здоровый! Так и что теперь? Ясное дело, что. Ха! Бой за чемпионский титул. Выйдешь против Кьюза Бритвы. Небось, знаешь такого? Вроде видал плакаты с его рожей. Какой-то боксер? Какой-то боксер. Совсем ты от жизни отстал. Я даже и не надеялся его здесь увидеть. Он же крутейший спортсмен. У него корпораты, спонсор. Но его агент нам сказал, что это будет клевым пиар-ходом. Юс возвращается к истокам, потому что он все тот же простой парень с улицы. У меня есть шансы? Ха, хороший вопрос. Ты крутой, Ви. Очень крутой. Но этот парень, он прямо киборг. Углеродное волокно. Титановые кости, гидравлические суставы. Работа лучших биомехаников Найт-Сити. Не знаю. Может, Виктор чего подскажет? Виктор здесь. Еще спрашиваешь. Он такое не пропустит. Но если уж совсем честно, шансов у тебя маловато. С другой стороны, может, оно и к лучшему. Если Бритва все равно победит, чего бы не заработать на его победе? Не, я пас. Эй, ты еще не знаешь, что я хочу предложить? Догадываюсь. Не интересует. Мне победа нужна. В поддавки я не играю. Ладно, как скажешь. Так, ну что, вы готовы к бою? Только один раунд. Что? Один раунд, и хватит с тебя. Будешь мне ноги целовать и молить о пощаде. Так, ну что, начинаем? Я готов. Отлично. Дамы и господа, жители Найт-Сити, начинаем наш долгожданный финал. Сегодня в бою сойдутся Юс Бритва и Ви! Не слышу вас! Ну, по своим углам! Вик, что ты тут делаешь?
смысле? Пришел посмотреть на главный бой года? Весь город гудит. Так что ты не подведи меня давай. Ви, здорово. Как настроение перед боем? Отлично. Прям руки чешутся. Ха, хороший настрой — это уже половина победы. Только вот одним оптимизмом ты бритву не победишь. Уж поверь мне на слово. Это как понять? Парень — настоящий танк. Реал скин из нановолокна, ударопоглотители. Его можно по башке молотом бить, он глазом не моргнет. Спасибо, успокоил. Да погоди ты, блядь, я не закончил. У него есть слабое место. Ему неделю назад меняли мышцы пресса, и они еще не до конца прижились. Попадешь туда, ему будет больно. Очень больно. Спасибо. Я это запомню. Соперники готовы? Начинаем! А, можно начинать! Да, начинай. Пусть победит сильнейший! Поддых! Поддых ему в ноги! Победы и приз достаются Ви! Ви – новый чемпион! Думаешь, на этом все? Думаешь, я просто так тебя отпущу? Думаю, да. Если у тебя мозги есть и жизнь дорога. Это только начало. Мы с тобой еще встретимся. Через день, через год. Этот бой не последний. Ну, тогда до встречи. На тренировке не забивай. Да проиграл я! Чего непонятного?
каком смысле они уходят? Все сразу? Да ты пиздишь! А я откуда знаю, что нам теперь делать? Ну что, блестяще? Это твоя меня работа. Отличный тренер. Поздравляю. Ты молодец. Вот прямо от души.
стреляем наших! Тебе еще свинца!